Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Сегодня мы с вами на одном из очень мощных мест силы. На нашей планете существует огромное количество мест силы, которые отмечены культовыми сооружениями человечества. Это и Стоунхендж, это храмы Камбоджи, это египетские пирамиды, пирамиды майя. И вот сегодня мы здесь, в горном Алтае, на одном из очень мощных мест силы. Каждый год я его посещаю для того, чтобы провести здесь свои ритуалы. Сегодня я здесь буду проводить ритуал на восстановление семьи, буду проводить ритуал на открытие дорог к счастью, любви и процветанию, а также буду убирать порчу с одного очень хорошего человека.